Твое лицо с любым макияжем кажется старше? Чаще всего причиной является плохо подготовленная кожа. Давай начнем с очищения. Берем злаковую пудру и смешиваем с водой. За счет натуральных компонентов кожа деликатно очистится, уйдут воспаления, еще это тонизирует кожу. Наносим массажными движениями, смываем теплой водой. Подойдет и для вечера. Затем наносим сыворотку. Я использую с лифтинг-эффектом. Она разглаживает морщинки, увлажняет кожу и витаминизирует ее. Распределяем по всему лицу похлопывающими движениями. Затем наносим увлажняющий крем. И он тоже с лифтинг-эффектом. Я решила всерьез омолодиться. Крем выбираю без силиконов, парабенов и минеральных масел. Дневной крем должен быть легкой текстуры, хорошо впитываться и не оставлять липкость. Костяшками пальцев сделаем легкий массаж вдоль бровных дуг, под глазами и по нижней линии челюсти. А вместо привычного тона я нанесу минеральную пудру. Она не ощущается на коже, создавая невесомое покрытие, при этом скрывая мелкие недостатки. Наносить лучше всего плотной синтетической кистью круговыми движениями. Смотрите разницу. А макияж получился очень естественным и натуральным. А вам понравился результат?